В июле на одной из своих пресс-конференций глава республики Александр Захарченко заявил о необходимости возобновления сбора подписей под петицией в Совет Безопасности ООН и ОБСЕ с требованием обязать руководство Украины к выполнению Минских соглашений. О том, как эта акция сегодня проходит в Харциске, в нашем следующем материале. В Донецкой Народной Республике набирает обороты новый этап сбора подписей под обращение к международным организациям. С начала августа под петицией поставили свои подписи 11,5 тысяч жителей республики. В Харциске сбор подписей проходит в городском ДК в общественной приемной движения «Донецкая Республика». С августа месяца был возобновлен сбор подписей под петицию о невыполнении Минских соглашений. Вот. В первом этапе, так сказать, в Харциске было собрано больше 10 400, если точно, подписей. Вот. И сейчас через общественную приемную глава республики Захарченко Александр Владимирович объявил о возобновлении сбора таких подписей. Напомним, что в июне текущего года Александр Захарченко объявил о сборе подписей под обращением к международным организациям, в котором говорится о нарушениях официальным Киевом Минских договоренностей. На момент завершения первого этапа акции инициативу поддержали более 300 тысяч жителей республики.